На горящей нефтебазе под Киевом прогремел новый взрыв. Десятки единиц техники и спасатели продолжают тушить пожар. По их словам, сложность в ликвидации огня в том, что горящие резервуары находятся близко друг к другу. Напомню, пожар на нефтебазе произошел в понедельник вечером. Позже взорвалась одна из цистерн. По последним данным, 5 человек погибли и 12 пострадали. Возбуждено несколько уголовных дел. Причина взрыва цистерн – нарушение правил хранения нефтепродуктов, сообщают местные СМИ со ссылкой на украинских спасателей. При этом отмечается, что это самый сложный пожар за последние полвека. Власти объявили эвакуацию в 2-километровой зоне от очага возгорания. На месте ЧП проводится пенная атака, в тушении задействован пожарный поезд.